Можно ли обжечь глину в духовке? Если коротко, то нет. Нужно, чтобы из глины удалилась химически связанная вода. Это примерно 600 градусов. Соберитесь, дальше будет много цифр. Пекание самых легкоплавких глин происходит при температуре в районе 900 градусов. А самые низкотемпературные майоликовые глазури плавятся при температуре в районе 950. Большинство низкотемпературных глин рассчитано на температуру в районе 1050. Далее мы попадаем в категорию среднетемпературных. Это в основном фаянс, хотя туда же попадает, например, костяной фарфор. Наконец, высокотемпературная категория – это фарфор, который обжигается до 1420. Максимум, что можно сделать в духовке – это молочение уже обожженного черепка, чтобы органика не выгорела. Но в этом и проблема. Поскольку органика остается в порах глины, то это не совсем безопасно, и со временем, скорее всего, вы найдете плесень в таком изделии. Теперь вы знаете.